Че, куда поедем? Ты поедешь на банан? Я не хочу на банан ехать. На банан. Мне кажется, погнали на банан. Мне кажется, погнали. На нашей башне разнесут просто. Я тебе говорю, страта, просто бомба. Все, я понял, я поехали на банан, все, согласен. Только я сначала встану вот сюда, стрельну, а потом на банан. Хорошо. Так, а это... Ну, как всегда, я первый вкатываю. Да, да не надо, не вкатывай, все. Пожалуйста. Давай сыграем от дефа, я тебя прошу. Хорошо. Я попробую. Я не хочу косплей Дениса, но просто давай не вкатим хотя бы раз в жизни. Косплей Дениса говорит. Я отвечаю, скину Денису этот разговор. Я тебя сдам. Слышь, ты на турбаче, что ли, блядь? Да я не играю на турбаче, я не знаю, что он так быстро ездит. Блять, я с турбачом был, тебя обогнать не мог, а я теперь вообще не могу обогнать. Ты турбач, без турбача, блять. У меня стоит вентиляция, прицел и досыватель. Блять. Ну чуть-чуть не досведешься и как бы там говно. Ох, ебать! Вы кто такие? Я вас не звал. Не пикай, пожалуйста. Не пикай, ну там же по-любому кто-то из них же пробьет. По-любому, блядь. Я еще башню доворачиваю, как дно. На нем вообще нельзя башню доворачивать. Хотя это вообще, я считаю, бесполезно. Капец, что-то это... Мне не нравится здесь. Я себя чувствую некомфортно. Слушай, мне тоже не нравится. Может, свалим отсюда вообще? Воюй, стыкун. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Сука, он выезжает своей маской, блядь, козел. С 4? Е100. Е100 в маску бьется. А Е100 на подкалибере, блять. Это что за каком? На этот. О, 277. Отъезжай, зеро, отъезжай. Да, отъезжать. А можешь его 277 чуть-чуть назад напугать? Где двигатель у 277? Ой-ой-ой, хорошо. 277 двигатель сзади. Я косой чмошник, забей. А, подожди. У него боеуклад, я знаю, через правый каток бьется нормально. Он увидел, что я ему в очко пытался стрелять, блять. Все, сейчас он подожмется, он тебе сейчас в очко будет стрелять пытаться. Ну это турбо победа, если что. Ага. Ебать, зарашили, прикинь. Круто. Я пошел два раза альфа 660, ты, блин, что-то. Ты что делаешь, ты опять рашишь? В смысле раш? Я воюю, в отличие от тебя. А я что делаю? Воюешь? Да убивай С4, я справлюсь. Не ты ему дамаг, пожалуйста. Хер, я буду по-твоему играть. Я не пробил его зеро. Пробьешь его, слышишь? Нет, он фальшборд съел кумулятив. Я забыл, что я на кумулях, я дебил, сорян. Ой-ой-ой, это эпично просто было только что. Он за фонтан заезжал, но не смог. Так, я затарань, давай его затарань. Да, пожалуйста. Да, 35, слушай. Ты убьешь? Да убьешь. Да, вообще, блядь, как статист, нахуй. Я так редко играю, но бывает. Ебать, я сосну вообще бортом. Jesus, респем, зачем вы едете туда? Вы дебилы, что ли? Едьте на меня! Я фугас поставил, я этот оленюшка. Оленюшка. А он поехал, я за ДТМ, я убью фазу и черпу тура с бурачником. Сейчас их, блядь, в очко вычепкают там. Ну, конечно. Вычепкают? Все, они еще спрятались, я потратил миллиард своего времени, а Зеро сейчас тем временем отчепукает объект 63-го эстерва на 916. 916! Ёбаный стык. Какой же я дебил, я дебил. Я согласен первый раз с вами. Просто... Так, смотри. Даю плюшку, блядь, этому, сука. И тараном ебать стеру, да? Тжж, нихуя. Берет всю команду, там насилуют. Пока Вова ухо, да, я даже меня насилуют, блядь. Я не пробиваю 263-го. 263 стреляет мне, взрывает НЛД и поджигает меня. Хрена. Тихо. Тжж,
74. Так, прикрываемся 263-м. Кидаем вертуху. А-а-а! Давай. Блять, все. Ой, хорош. Вот это папа дал, я понимаю. Но если честно, это мой первый бой за 50 боев, который я более-менее сыграл на этом корыте. Почему корыто? Потому что я ЛТ-вод, и кроме ЛТ я не признаю никаких танков. Вот просто можете посмотреть на игру, ну, моего знакомого, которого вы слышали минуту назад. Я помню ВК большой. Я помню ВК большой. Я помню ВК большой. Оу-е, ВГ, пойло. Я всегда стреляю с вертухи. Если ты на нем свелся, ты промахнулся. Это слив. А, я сейчас с двух сторон насосу, да? Да, это слив. А он не будет сейчас пикать. Потом выцелишь. Где твоя вертуха, алё? Я не хочу промахнуться. А, я не хочу промахнуться и промахиваюсь, да? А вы куда это посадили? Вот и всё. Вот и всё. Вот и не захватил базу, добил я. Ну, по сути, бой яичный. Смотри. Сейчас я беру и обманка. Обманка, 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 обманка. Пробил, пробил красиво. Он тебя через ДПМ ебёт просто. Ты пробьёшь его? Давай, переворачивай. Хорош. Ебать, зверюга, блядь. С кем я играю, блядь? Ну вот и все. У меня все вены, блин, на жопе напряглись. Ой, блин, у меня что-то руку свело аж. Вся венозная, блин, сердце стукается, капец, в руки. Поначалу у меня очень пригорело от этого танка. Охуенный геймплей, блядь, на ВК, сука. Вообще обожаю этот танк. Он такой охуенный просто, неимоверно просто... Классный. Ну и чё, мне никто не поможет, что ли? Круто, блять. Ну и чё ты приехал сюда? И что дальше, блять? Будешь стоять, меня контрить? На, сука, чтоб, блять, не борзел, блять. Охуел вообще в край. Фу, как не заебало арта, сука. Так, поставь маскировочную сеть и спрячь в кустик. Это что за прикол? Круто. Это не круто. Он засох. Это круто. Так. Это круто. Это круто. Добавлена техника кобра. Картель. Картель, добавлена техника ВК. Помойка. Зеро, ты чё такой этот, оптимист стал? Ёбаный, ты же всегда был добрый. Виталий. В смысле? В смысле оптимист? Если она помойка ебаная. Меня просто никто не боится, на меня просто все упаруются, долбоёбы, и трахает арта по 500, блядь. Это такой помойный танк просто. Просто никто его не боится. Просто, ну это дерьмо ебаное. Почему? Вот бачат галимый, просто вот 300 урона въебало, блядь. Какая броня, блядь? В каком месте, блядь? В каком, сука? Просто, фу, блядь, ведро, ведро. Галимое ведро, а не танк. Да, и сейчас арта мне доберет, да? Охереть. Охеренно, просто охеренно. Кайф, кайф. Кайф, просто кайф. Сексуалити. Меня поджал, блядь, и четвертый ебет арта просто по 30, по 100, по 200, блядь. Это пиздец, блядь. У меня 300 хп сейчас, еще чуть. Мой знакомый мне прожжал все уши просветленкой на ВК. Я с него сначала смеялся, говорил, что он много лиме. Какая просветленка? Давайте начнем с того, что у ВК без
просветленки, 450 обзор. Но с нововведением малошумки, которая дает 8% незаметности, 450 обзора, это уже как бы мало. ТТ вы будете пересвечивать, но СТ вы перестаете пересвечивать. А это потенциальный дамаг для ВК, потому что СТ думают, ну это ТТ как бы... Смысл, что, ну, СТ стреляет с куста и думает, сейчас не засветится. Но не тут-то было. Просветленкой, даже не боновой, у ВК 500 обзор. И СТ начинают светиться после этого. Вот видите сейчас данный бой, где я спокойненько прожету пересвечивал. Даже не в умелых руках ВК показывают себя очень хорошо. Что я хочу этим сказать? Играйте, как играете, как знаете. Никогда никого не слушайте. Играйте в удовольствие. Потому что я как бы ЛТВОД, я ТТ ненавижу, медленный геймплей я вообще не приветствую. Но в моих руках, даже в моих кривых руках, даже я могу накидать 7к дашки. С вами был Розе. Всем до новых встреч!